Всем привет! Сегодня приехал с камрадами на очередной коп. Километров, наверное, 40 от города. Вот. Рядом тут находится хутор старый. Ну как старый, в раннесоветские времена он точно стоял. Скорее всего, стоял и царский, потому что недалеко отсюда, километров, наверное, в 5. Со всех сторон стоят тоже старинные деревни, где находили даже чешую. Здесь еще не копали, вот нашли тут перепашку. Правда, поле не все перепахано, а лишь часть. Другая скошена часть. Так что здесь сейчас будем разведывать, ходить. По самому хутору ходить, конечно, не будем. Ибо, наверное, там много мусора. Походим здесь. Камрады с теркой ходят. 505-й. И вон мой стоит Деус. Только распаковались. Ну все, приступаем к поиску. Все, что найду, покажу. Ну вот ушел я с этого поля, перешел к камрадам. У них первая монетка выпала. И сразу же серебряная. Советское, раннесоветское серебро 1929 года. 20 копеек. Немного в окислах. Плюс вот немного на испорчено. Вот такая вот раннесоветская двадцатка серебряная. Белон. Советский. Отлично. Первую монетку берем. Ну вот, народ, значит, вот здесь двадцатку камрада попалась. Прошли, наверное, метров 10 от того места. Вот оно. И очередная монетка камрада. Второй белончик, тоже раннесоветский. 29-й год, 15 копеек. Белон. Для тех, кто не знает, белон — это низкопробное серебро. 40% серебра и 60% меди. Такая вот серебрушка раннесоветская. Отлично. Состояние-то получше, чем у первой. Больше монеток нету, у меня сигналов нету. И вот сразу два пилончика. Наталкивает на мысль, возможно, здесь распашка раннесоветского серебра. Будем дальше здесь все вычесывать в два прибора. Ну вот у камрада снова сигнал, все по этой же линии, где два белона было. На этот раз не монетка выпала, а пуговичка. Маленько ее потер. Советский Союз, скорее всего, наверное, ранний. Ушко целое. И надписи ни разу такой не видел. Мосштамп.
83. Возможно, год. 83. Интересно. Берем. А на перепашке вообще ничего не попадалось, кроме проволоки и пробок. Будем сейчас здесь все ходить. Ну вот, друзья, здесь вот полоса, два белона было выкопано. И рядом с этой полосой выпал очередной белон, третий уже. Четко звенел. Год только 25-й. Сохран хороший. Двадцать копеек. Серебро. Третий серебряный белончик. Вот яму закопал. Да, скорее всего, это либо кошель какой-то серебряный, либо же кладушка распаханная. Вон они, белончики. Ништяк. Распашечка. Вот раз. Вот здесь два. Вот здесь три. Сейчас, наверное, туда пойду. Пройдусь. Камрад тоже здесь ходит рядом. Все. Берем. Вот у меня очередной сигнал. Ходили, наверное, полчаса. Ни у кого ничего не попадалось из находок. И вот у меня вот здесь на лопате прям виднеется монетка. Советский Союз. Ранний Совет. До 61 года СССР. Сейчас посмотрим год. Год послевоенный, 46-й. Состояние нормальное. Берем. Ищем дальше. Сейчас, возможно, переедем в другое поле. Если больше монеток не будет попадаться. Ну все, смотрим. Ну вот, народ, переехали мы в другое место. Там вон деревня стоит. До сих пор жилая. Но старинная, домонгольская еще. Тысячу лет деревни этой. И ходим по полям. Вот это поле не перепахивали, наверное, лет 15-20. И вот участок этого поля перепахали. Там дорогу около деревни идет. Сейчас вам покажу машину, он ездит. Там с той стороны поля не хочется ходить. Вот с этого края походим, ближе к лесу. Вот. А перед этим заехали еще в одно место в качестве разведки. Нашли интересное место, старинное урочище, от которого осталась одна лишь только старинная церковь, разрушенная. Но там все заросло. Весной туда приедем. Думаю, находок будет много. И вот заехали сейчас, значит, в это поле. Хожу уже, наверное, минут 15. И попалось... Первая находка здесь. Перстенек. Какой-то перстенек. Не знаю, здесь камень, что ли, должен был быть. Похоже.
Здесь вот, похоже, должен был стекло или камень какой-то быть. Но его нету. Да, оно еще лопнутое. Медное. Старинное. Царских времен. А может, даже и очень старое. Ладно, потом помоем, посмотрим. Ищем дальше. Вот у меня снова был сигнал, 73 четкими звучало. Думал, может, какой совет. Оказалось вот что. Какая-то накладка, может, заколка какая старинная, медная. Какая-то или латуневая. Тонкая бабочка нарисована, эмаль какого-то синего цвета. Скорее всего, какая-то заколка, наверное, старинная, может, раннесоветская. Ладно, берем. Камрад вот пряжку нашел. Какую-то тоже медную, кусок пряги. Ладно, сейчас еще поищем, наверное, полчасика, может, часик, и домой поедем. Ну вот, ребят, подошел к Камраду, а у него тут, смотрите, какая красота выпала. Крестик серебряный, целый. И вот проба видно. 84-я. И еще какие-то буквы АЕ, что ли? Непонятно. 84-е. Серебро. Очередное серебро у Камрада сегодня. Классно. Такой царский крестик. Серебряный. Ну вот, закончили мы сегодняшний коп. Покопали мы, не считая переездов, наверное, в общей сложности часа 3. Камрады уже в машине ждут. Я вот показываю вам сегодняшний итог. С двух полей. Это вот колечко. Перстенек. Без камушка, к сожалению. Медный, старинный. Какая-то накладка. Похоже, заколки. Какой-нибудь. Пуговичка. Раннесоветская. Или позднесоветская. Мосштамп. 83. Прикольно. Дальше 20 копеек. Белончик. 1929 года. Серебро. Также белончик 25 года, тоже 20 копеек. Сохран такой получше уже. И пятнашечка 29 года. Серебро. Дальше еще пятачок. Послевоенный 1946 года. Сохран хороший, почистится.
Будет нормально. Вот проволока медная, до кучи положил. Пряжка медная, комрад нашел. Ну и находка дня — это вот такой вот серебряный крестик. Тоже комрад нашел. Серебряный, 84-й пробы. Целый. Безусловно, находка дня. Берем. Ну вот такие вот у нас сегодня были находочки. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. В описании будут ссылки. Кому интересно, переходите. Сезон еще не закончился. Еще у нас будут несколько выездов. Все это запишем. Так что до новых встреч на канале. Всем удачи. Пока.